Я хочу, чтобы слова, которые я скажу, вам сейчас услышал весь мир. Мы, Хашта Ашааби, защищаем всех граждан Ирака вне зависимости от их вероисповедания. Видите, там, на другом участке, сражаются наши братья-сунниты. Мы вместе боремся с терроризмом, который пришел в нашу страну и Саудовской Аравии. У этой страны ваххабитское мышление. Они думают, как террористы, как Даш, в Диэле, Салахадине, Фалуджи, везде мы находили следы саудитов. Почему весь мир молчит об этом? Почему молчите вы, журналисты? Этим утром началось наступление Хашт Ашааби на Тель-Афар. Наши части наступают на город сразу с четырех направлений. Главная задача сейчас — отрезать Тель-Афар от Масула, перекрыть боевикам каналы снабжения и облегчить работу нашим братьям на южном и юго-западном фронтах. Иншаллах, операция завершится в ближайшие дни. Что происходит? Скоро будет большая битва. Боевики Даш уже бегут от наших частей. А тех, что остались, мы скоро ликвидируем. Операция наконец началась. Бог даст, мы победим и прогоним боевиков с нашей земли. Между иракской армией и нашими подразделениями постоянно идет обмен данными, взаимодействие на очень хорошем уровне. Сейчас воздуха бойцов Хашда прикрывают вертолеты. От них же нам поступает информация о позициях боевиков. Есть ли опасность прорыва линии фронта и выхода боевиков в Сирию? Да, они пытаются бежать, но мы не дадим им выйти. Мы их всех перебьем. Всех до единого. Снайпер выполняет очень важную и опасную задачу в бою. Нас не видно, но мы видим все. Нас пытаются выбить первыми другие снайперы, артиллерия, поэтому приходится маскироваться. Сейчас мы заняли несколько деревень и продвинулись вглубь позиции Даш на 5 километров. Иншаллах, мы пойдем дальше и освободим город. Россия борется с терроризмом по всему миру. В Сирии вы выступили против боевиков практически в одиночку. Наши силы сегодня шли очень быстро. Хашду помогали наши братья из Хизбаллы. Смертники и минометы врага не остановили нас. Бог даст, завтра мы продвинемся еще дальше. Сари, Мухаммад, наоборот, сделай, пожалуйста.
Сегодня к западу от Мосула началась масштабная наступательная операция на город Тель-Афар. Фактически он является западными воротами из столицы ИГИЛ, которые ведут прямиком в Сирию. Шиитское ополчение и бойцы от подразделения Хезболла сейчас отрезают пути отступления ИГИЛ в сторону Сирийской Арабской Республики. But we have to. هو يطبخ يا تنبخ يا تنتكب لا 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 ل